Ну что, ваша любимая девушка Ирина на тренировке сейчас? Ну ты уже втягиваешься в режим? Из чего будет состоять Ирина тренировка? Гребля 4 минуты, потом броски мяча 15 раз, пресс 25 раз, гиперэкстензия 15 раз, 3 круга. Это первый комплекс. Потом взятие на грудь плюс шунг 3 плюс 3, потом тяга становая 5 раз, прогулка с блином туда-обратно, прыжки в длину туда-обратно. И все, тоже 3 круга. Для Ирины это игрушка. Вот вы попробуйте сделать. От груди спокойненько, с полного седа, хорошо. Розовый коврик для девушек. Для ребят зеленый. 25 пресс. Темп немного посильнее, побыстрее. Во, отлично. Какой Ирине дадим диск на прогулочку, как вы думаете? Не, этот будет тяжеловатый. Какая реклама Юстилу, а? Юстил, не рассчитаешься? Хорошо, пониже. Отлично. Это был один кружок нашего первого комплекса. Красиво работаешь. Штангу не пробуй. Сразу с земли ее. Встала, натянулась и пошла работать. Подрыв. Хорошо. Резко вверх. Раз. Когда садишься, ты делаешь ошибку. Ты наклоняешься вперед. Надо ровно сесть. Ровно и ровно вытолкнуть. Давай. И когда на грудь берешь, локти быстро подворачивай. Подрыв. Хорошо. Ничего, ничего. Резко. Тихо. Ты с плеч ей даешь скатываться. Она у тебя на плечах болтается, штанга. Ты взяла, все, она должна мертвая стоять в одной точке. Никуда не скатываться. Давай. Давай, давай, разозлись, блин. Хорошо, резко вверх. Вот так вот. Два. Не считалось тут. Считается только, когда берешь наверх. Подрыв. Хорошо, молодец. Ногами. Три. Отлично, поставила. Пять тяг. Держим спинку. Штангу не отпускаем от себя. Раз. Хорошо. Два. Отлично. Прогулка с блином. Хорошо, руки ровно, спинку держи. Отлично. Прыжки в длину. Молодец. И обратненько. Отлично. Два круга есть. Или три. Два. Еще один. Не тяжело? Нет. Ира никогда не говорит, что тяжело. Никогда.
Молодец. Пишите Ире комплименты. А еще лучше присылайте цветы. А еще лучше приходите. Приходите, да. Дыши, дыши. Так, друзья, Ира не устала. Что сделаем? Может, по разику добавим всего? Можно. Тогда сейчас сделаешь 4-4, 6, прогулка с блином 2 раза, туда-сюда 2 раза. И прыжки также 2 раза. Вот такой я добрый тренер. Поэтому Ира вам и говорит, приходите. Ну что, третий круг. Ирина сама сказала, все легко, и мы добавили, друзья. Красиво работай. Подрыв. Хорошо. Ногами. Раз. Опускай, опускай. Вперед, не наклоняйся, когда выталкиваешь. Старайся ровно садиться. И голову приподнимай. Давай. На грудь неплохо. Ничего, просто ты еще не успеваешь локти подворачивать. Но уже подрывчик получается немножко. Давай. Подрыв. Хорошо. Ногами в потолок. Подбородок. Два. Аккуратно. Стряхни руки, стряхни, отдохни. Прыжок. Молодец. Также вверх прыгай с ней. Прыгай. Три. Положила. Впереди держишь за голову, за голову. Ну, когда выталкиваешь, раз за голову, да. Не сильно за голову, чтобы не повело назад. Но ты должна держать как бы на середине от головы, вот, где ухо твое, вот так. Не впереди. Впереди на плечах тяжело. Ногами, все делай ногами. Подрыв. Хорошо. Ногами резко. Вот так вот. Все, бросай. Отлично. Без ошибок. Поехали, 6 тяг. 6 тяг. Держим поясницу. Раз, отлично. Два. Три. Терпим. Четыре. Пять. Шесть. Поставила. Отлично. Прогулочка 2 раза. Можно чуть быстрее, Ир, немножко. У тебя и так сейчас будут все мелкие мышцы работать. Да-да. Раз. Пошли обратно. Вот сейчас ты плечи почувствуешь. Чувствуется? Да. Хорошо. Аккуратно. Молодец. Опускаем. Теперь прыгаем. 2 круга также. Отлично.
научилась прыгать, видишь, а пришла, не умела ни разу прыгать. Помнишь ты? Да. Хорошо. Молодец, и обратно. Терпим, терпим, терпим. Терпим, не сдаемся, не сдаемся. Немного еще. Еще раз. Отлично, все, отдыхаем. Умница. Как было трудно теперь, когда добавили. А если бы так было три круга, было бы бомба. Хорошо. Так что, друзья, приходите и пробуйте комплексы от U-Race Russia. У меня их 1 миллиард 100 миллионов. Желаю вам удачи, вам и вашим семьям. Ирин, пожелаешь что-нибудь? Удачи.